Сегодня вам выпала огромная миссия по защите населения Донбасса. Будьте достойны своих отцов и предков. Я уверен, что спасали. İşğalçı Rus ordusunun tərkibində döyüşmək üçün kadrovçuların yeni qrupu Ukraynaya yola düşüb. Bu barədə məlumatı Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrov Telegram kanalında paylaşıb. Qrozno hava limanından yola salınan kadrovçuları Çeçenistan parlamentinin rəhbəri Magomed Daudov və Daxili İşlər Naziri Ruslan Alxanov yola salıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Allahu Akbar, Ahmad! Allahu Akbar! Здесь среди вас есть опытные бойцы. И у нас вместе с Русланом Шагаевичем нету никаких сомнений, что вы тоже проявите себя в этих боях, в борьбе с этим фашизмом. Также хотел бы поблагодарить инструкторов Российского университета спецназа, руководство. Я думаю, что они провели с вами хорошую работу, и мы готовы бить эту бандеровку. Готовы вы все? Готовы! Хотел бы поблагодарить общественный фонд Ахмада Хаджи Кадырова за все, что они делают именно нашим бойцам. Я передаю вам слова главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Слушайте руководство, командиров, штаб, чтобы защитить твоих соотечественников, чтобы защитить исконно русскую землю. Вопросы есть? Да, есть! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!